Идти под прикрытием кавалерии. Пророк, сдвинься на левый фланг. Мы с тобой здесь пойдем. Ага. Ребят, левый фланг, вы далеко сильно. Ну, первый отряд. Все, с флангов будут, скорее всего, атаковать. А мы, правый фланг, мы, наверное, пойдем справа, вон там, по лощинке. Раз уж такое дело. Ну, сейчас посмотрим. Дед загрузился? А да, это щитом, да? Ну, короче, щит, сама организация щит у меня не загрузилась. Че, реально не загрузился? Давай тогда так и остаемся. Отряд первый справа, правый фланг, второй по центру, левый фланг третий. Надо бы, чтобы... Давайте попробуем повоевать с их лансерами, а потом уже посмотрим по обстоятельствам. Короче, мы уже пробовали и в группе со всеми, и раздельно. Поэтому мы сейчас попробуем на самоорганизации именно по отряду. Вот. Смотрите друг за другом. То ли у то ли нету голоса. Поэтому командовать будет Скатя. Скатя, слышишь меня? То ли бы уже 10 раз бы настроил голос. Это ж быстро. Толя, а ты ему подсказывай там, ладно? Чё как? Скатя, командуй! Отряд номер один, арбалеты кавалерии, будет вражеских лансеров на нашу пехоту уводить. Сразу говорю, пехоты советую сразу туда не ломиться. Скати, где Скати, блин? Да чё тебе надо? Командуй давай, чё ты, блин? Я слышу всех, кроме тебя. Чё команды? Я не вижу ничего, блин. Я вижу, эту палку торчит где-то там. Ты хотя бы скажи, как нам встать туда пойти. Да как нам встать, блин? Вот подходим на холмик и... Ждем, что смотрим. А зачем вы в этих флагах? Короче, скажи, когда дублируем. Коней убиваем всех. Сейчас, секунду. Сначала коней. Скатя, слышь меня? Дублируй Толика. Толя, а ты команды. Кавалерия направо. Информацию к лансерам, ничего не знаю. У нас пехота в разных местах. Одна справа, одна прямо, одна влево. Это нормально? Так, они заняли гору, лансеры. Так, пехота не спешите. Через лицо мы пойдем. Правый фланг, отряд 1, идет пехота. Плохое место. Ух ты, давай. Да, отряд 2 подходит. Боевую стойку они уже там могут стрелять. Ух ты, деревья. Там один отряд у нас пехотинцев, вообще очень далеко. Мы идем, 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 подожди, мы подбегаем. Тяжелые сильно все. Давай справа атаковать надо. Так, третий справа отряд, обходим. Вы сильно далеко. Может, не будем пока что ссовывать пехоту? Так, пехота, пошли, пошли, пошли. Убиваем лансеров. Все, антикавы, давай. Встали, встали, встали потихонечку. Там спустись пониже, спустись пониже, пониже. Скати, нам приближаться или не стоит пока? Старайся не ходить. Не слышу. Нет, не сближаться. Не сближаемся, держимся в лесу. Конник слева вроде. Сейчас будет заходить. Пехота, отойдите назад. Можно пихать зажать за горой там где-то. Скати. Все лантеры, обойдите справа. Зайдите ногу.
Ух ты, Крок. Они в наглую стоят на колях. Есть попадание. Пехота сгрупповали все в один кулак. Вот для одной паузы и одной оградки. Ух ты. Он там прыгает. Все до единой пехоты. Отряд 2 на месте. Справа от нас видно там лево. Отряд 1 на месте. Ловим, ловим болты, тут хуёвое место выбрали. Пехота идет вперед. Пехота идет вперед все. Все идут вперед вместе. Может проверить, через кавалерию обойдем. Так они на горе вон там. Лантер, держите подальше. Дед, пехота идет вперед, прям на них внутрь заходит, или чё? Прием, прием, блин. Пехота вперед. На позиции или что? Когда лансеров нет, бежите без боевой. Мы умрем тогда от тяжелых болтов. Пупкан аккуратно. Лантер нам. Ну давайте тогда активнее подходить, иначе опять будет... Активнее, активнее. Пехота на арбалетчик. В атаку, скажите. В атаку, да. Не надо, активнее держите в кругу. Быстрее двигаемся. Пехота, давайте быстрее, чего вы там ползете? Вы вас никто не стреляет даже. Быстрее, пехота, раш. Все внутрь арбалетчики заходим. Стоят, вперед, все. По одному не стоит. Держаться круга. Все заходят внутрь, ребят. Внутрь все заходят. Двуручники ударами сверху бейте. Старайтесь командира купить вам об этом. Работайте по спинам. Командиры. Командиры стараются выжить, ребята. Смотрите за своим ХП. Оставшиеся лансеры проедьтесь по тем, кто в поле. Не отступает никто, все идут в атаку. Под лансеров не подставляйтесь. Аналогично. Чего?
Вообще не пойму, блин, синие все тут кругом, блин, одни синие, а где наши-то? Все умерли. Все красные лежат. Ребят, ну я сейчас смотрю, у них вся кругом, но не много, вся кругом, когда умирает. Как водородится, так и красный. Хули толку от этого? User disconnected from your channel. По-моему, зря мы полезли в этот круг.